Итак, всех приветствую, вы как всегда на канале Seido Investor. Сегодня будем разбирать альткоины, заявки на которые вы оставляли в моем телеграм-канале, поэтому если на него еще не подписаны, обязательно это сделайте. Ссылочку найдете в первом закрепе, ну либо в описании ролика. И самый главный фаворит на сегодняшний день, я вообще, если честно, не понимаю, чем вы интересуетесь в данный момент, но это актив под названием Solana, только наоборот. Мне, если честно, немного стыдновато произносить имя данного проекта, поэтому я думаю, вы прекрасно знаете, что это за токен. Фундамент у данного токена полностью отсутствует, построен он логично на блокчейне Solana. Также у него нет никакой истории, техническая часть очень слабая. За все время, получается, он упал на 77%. Грубо говоря, разработчики заработали исключительно на хайпе. Ну, кто-то просто захотел затроллить Solana, в принципе, и вышло. Шумихи данный проект навел так достаточно, но, как по мне, это обычный скам-проект, который был создан исключительно для заработка в краткосрок, что, в принципе, и произошло. А основной заработок был, конечно же, вот здесь, вот на пике, в самом начале выхода проекта, а дальше уже зарабатывают исключительно хомячки. На бирже Binance данного актива нет, можете рассмотреть его на Hobby, KuCoin, Radium, это DEX-площадка, BitGet, CoinEx, LBank, ну, в общем, здесь есть все маркеты. Вот так выглядит официальный сайт, но, как по мне, умный человек не пойдет закупаться данным активом. Еще меня удивила их твиттер-страничка, которая в данный момент забанена. Получается, связаться с ними именно через эту социальную сеть не получится. Еще у них есть своя телега, можете, в принципе, ткнуть сюда и ознакомиться с интересующей вас информацией. Что касается технической части данного актива, он появился в конце 2023 года, буквально недавно. И сейчас мы наблюдаем некую консолидацию, но проблема в том, что есть огромные зоны сопротивления. Как минимум через 15% роста, а также зона самого крупного накопления через 40% роста. Поэтому какие-то среднесрочные цели здесь нет смысла рассматривать. Опять же, все на свой страх и риск. Если вы хотите закупаться данной скаминой, но пожалуйста. Я не буду его покупать, никому не советую. Я так понимаю, последний хайп был основан именно на этом росте, до 200%. Но, ребята, в закрытом чате мы ловили иксы и побольше. Кстати, что касается токена Ray, который я бесплатно всем давал, точнее, советовал покупать, все смогли поднять еще выше проценты. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание на более фундаментальные альткоины. Ладно, с этой скаминой разобрались, идем дальше. Далее меня просили разобрать Arbitrum, также довольно молодой проект. На бирже Binance он появился в марте 2023 года. Что касается среднесрока, я здесь не вижу никаких потенциально прибыльных целей, лично для себя. Риски по нему сейчас сверхвысокие, так как он находится, грубо говоря, на локальных хаях. Даже если взять рост зоны самого крупного накопления, он давал прибыль всего лишь 100%. В общем, на сегодняшний день есть смысл обратить внимание на другие альткоины. Но что касается долгосрока, опять же, все на свой страх и риск. Вполне возможно, то, что в будущем он достигнет сверхвысоких целей. Фундамент у него присутствует, а то есть есть над чем работать разработчикам. Далее токен DYDX, нативный актив биржи. В данный момент цена актива пробила последнюю зону сопротивления самого крупного объемного блока, и есть все предпосылки на начало бычьего цикла именно по данному активу. Что касается среднесрочных целей, первая стенка через 30% роста, а далее объемы сверхслабые. Можете посмотреть, это, грубо говоря, пустышка наверху. И в принципе ничего не мешает сделать свой перехай. Достижение цены до $27. В этом случае профит составит в размере 733%. Опять же, необходимо сейчас ждать закрепления этой зоны поддержки, а именно $3.24. И в этом случае можно будет уже делать свои первые покупки, ну либо усредняться, а также докупаться. Однозначно я рассмотрю данный актив чуть позже при закреплении этого уровня и внесу список среднесрочных активов. Ну а сейчас я буду ждать как минимум недельного закрепления. Что касается рисков, у нас есть три зоны поддержки в данный момент. Первая через 3,5%, следующая зона самого крупного накопления через 20% коррекции и третья через 37% коррекции. Я считаю, это отличная поддержка по технической части данного актива токена. Идем дальше.
C98. Нативный актив децентрализованной площадки под названием C98. Техническая часть довольно неплохо выглядит. В принципе, так же как и по DYDX, цена актива пробила последнюю зону сопротивления самого крупного объемного блока, а также есть все предпосылки на начало бычьего цикла. Но что касается именно C98, тут есть довольно неплохое закрепление с отскоком, а именно трехдневное. Подождем еще понедельника, и в случае закрепления недельной свечи именно в бычьей фазе, есть смысл начинать его накапливать, ну либо докупать. В любом случае, я давно рекомендую его покупать, особенно по воскресеньям, и в данный момент он уже находится в профите. Что касается среднесрочных целей, первая стенка у нас через 62% роста. В случае пролива и последующего пробоя ближайшей зоны поддержки, цена актива может скорректироваться на минус 43%. Получается немножко невыгодно, но опять же сейчас идет бычий цикл по биткоину. Вполне возможно то, что C98 пробьет первую зону сопротивления и пойдет до следующей. В этом случае цена актива достигнет 135%. В общем, ждем понедельника, и при условии недельного закрепления есть смысл в него заходить. Опять же, вот для этих целей. Ну и еще разберем токен ТКО. Также биржевой актив, показывает он довольно неплохую динамику. Цена актива также вышла из зоны самого крупного накопления, и есть предпосылки на начало бычьей фазы. Все альткоины потихонечку просыпаются в тот момент, когда биткоин корректируется. В закрытом чате мы забирали профит по нему в размере 170% примерно и покупали его еще по 30 центов. В данный момент цена актива находится на локальных хаях, и сейчас, конечно же, нужно ждать коррекцию. Посмотрим, где его цена остановится. При отскоке от ближайшей зоны поддержки 50 центов есть смысл рассматривать его для повторного накопления, для среднесрочного заработка, конечно же. Что касается долгосрока, здесь все просто. Покупаете, усредняйтесь, докупаете, и будет вам счастье. Еще больше среднесрочных активов в моем закрытом чате Telegram, получив доступ к которому, вы будете на постоянной основе получать списки самых перспективных альткоинов для среднесрочного и долгосрочного накопления. И, кстати, до 30 марта действует акция, а именно 50% скидка на все виды подписок. Если тебе интересно вступить в мое закрытое сообщество, рекомендую перейти в описание ролика и посмотреть мой самый актуальный профит именно закрытого чата. К каждой рекомендации я прикрепляю еще график с потенциальными целями, соответственно рисками. В случае, если я не буду на связи, вы будете знать, по каким ценам его фиксировать. Данную акцию я продублировал также в открытом телеграм-канале, поэтому если хочешь ознакомиться со всеми условиями, переходи в телегу, и там все в общем есть. А у меня на сегодня все, дорогие друзья, завтра продолжу разбирать ваши альткоины, всем пока!